Приготовим рыбку с картофельным пюре. Порезанный картофель ставим вариться. Затем стейк рыбы смазываем маслом, специями и оставляем мариноваться на 10 минут. На сковороде, у меня гриль, обжариваем стейки с каждой стороны. В готовый картофель добавляем сливочное масло, яйцо, соль и молоко и превращаем в пюре до однородности. Готово! Можно подать с овощами.